сегодня у нас второй день, как после карантина начало все работать. Взяв свою невестку Дину, мы отправились в путь. И сегодня нас ждут интересные открытия. Начинаем наш обзор. Что же? Посмотрите, старый чемодан, полный старых журналов. Меня простите, я иногда буду переходить на иврит, потому что с продавцами надо разговаривать. Вот, давайте посмотрим, что нам приготовил рынок. Это только начало. Ой, сколько, посмотри, какой Дин, какой кувшин. Поближе. Это, по-моему, ритуальный такой, да? Ками, посмотри на крышки. Бутылки с недопитыми напитками. Да. А ну-ка давай посмотрим здесь. Здесь такое нагромождение. Если бы вы понимали, что здесь, чтобы что-то вытащить, надо все перевернуть, чтобы достать что-то. Я вижу здесь какую-то тарелочку. Это тарелка от этажерки. Один из этажей. Это израильская, но старая. На Аман старый. На Аман? Очень рисунок красивый такой. Правдоподобный. Прямо такие живые ягоды. Фруктов. Да, здесь тяжело что-то достать, потому что не знаю, как они продают. Интересно, мы здесь что-то сможем найти. О, это уже, по-моему, немецкая. Да, Миттертайх. Миттертайх. Это же надо. У него даже крышечка есть. Нет, это не его крышка. Вообще с крышками проблема. Миттертайх. Такой он интересный, кстати. Вот с рельефным рисунком идет. И здесь идет рельефный рисунок. Но нету крышечки, что с ним поделаешь, даже если за копейки купишь его, не используешь. А вот здесь тоже что-то. Ойл для оливкового масла. Симпатичное, правда? Угу. Хоть и без... Кен, вакашат тавор, да? Шейлахим юрту. Да, гамлиха. Ханите мимха лифней хацишенар бедварим. Да, вот. Что, какие люстры? Люстры, да. Ой, и правда. Снимаешь, да? Да. Сними. Все, что считаешь интересным тебе, тоже снимай. Это что? Это вот, смотри, вот как... тут у него тоже. Да. Посуда. Посуда очень. А вот эти, посмотри, вот эти лампы. Вот, смотрите, кувшины. Да, кувшин, кстати, симпатичный. Но туда не пробраться. Осторожно упадешь, это не пробраться. А вот здесь, посмотри, Дин, кладезь. Может, здесь что-то мы накопаем? Я уже достану очки. О, немецкая. Made in Germany. Шельман. Шельман. Простенькая такая. Красивая тоже. Это да. Это очень красивая. То есть той же коллекции, что мы посмотрели, нет? Да. Я думаю, да. Нет. Нет? Похоже. Похоже, да. Очень симпатично. Но смотри, если я нашла бы крышку, я бы взяла. А без крышки что делать? Вот это тоже что? Ой, мама, это Нааман. Это Нааман? Да, это израильская. Но старая, да. Посмотри, красиво. Рисунок. Честно, красивый, правда? Угу. Взять его одну чашку, что с ней делать? Вот какая симпатия. Ой, ну старенькая, совсем старенькая. Это тоже Нааман. Правда, симпатичная. Вот. Это побитые здесь, видишь, осторожно надо быть. Вот такая из синего стекла. А? Лёна, нахну коним. А, конот. Кен, лозер. Кен, кен, аколь.
Люди интересуются, мы продаем или покупаем. Мы объяснили, что мы ищем сокровища. Шкатулки какие, смотрите. Да. Давай посмотрим, может что-то там есть. А тяжелые. Симпатичные. О, это прямо матрешечка. Кощей бессмертно. Там внутри его, да, это? Уже забрали жизнь Кощея. Вот. Это тоже неплохая. Но вещей здесь видимо-невидимо. Ой, вот посмотри, какая тоже что-то прелестная. Посмотри. Но здесь, видишь, две это отколотые. Угу. Но красивая вещь. Интересно. Ты видишь, где это сделано? Это Made in China. Bone China. Подождите, нет, это не Made in China. Bone China. Это Made in England. Извиняюсь. Made in England. А Bone China означает... Это китайский фарфор? Это костяной фарфор. А, костяной фарфор. Bone – это кость. Кость, правильно. А China – это фарфор. Да. Дим, посмотри. Какие замечательные дракончики. Но нету ничего. И нет, не сколько. Классные взять. Ну, давайте посмотрим еще. Посмотрим. Пойдем до конца. А для чего я их буду использовать? Не знаю. Ну, для каких? Придумаем. Придумаем. Да, придумаем. Я возьму, если мы с ним договоримся. С чего-то я же должна начинать. Надо все посмотреть. Ну, это очень понравилось мне, очень. Жалко, что это побито. А здесь у нас фигуры. Фигуры. Ой, мои очки полетели. А ну-ка посмотрим, это чудесная роза, это нет, на ней ничего нет, но на этой, ой, какой, посмотри, какой малюсенький, на нем еще гравировочка, посмотри, может возьму? Вот видно? Давайте поближе. Ты заметила гравировку? Mm-hmm. Классная, да, yeah, штучка? Возьмем, вот, а это кувшин, ой, он тяжелый, нет, я его не буду дергать. А фигуры? Посмотри на эту даму с собачкой. Дама без ручки. Прямо Венера Милосская. Вот. Это для свечки. Но это, наверное, что-то хорошенькое тоже, да? Это для свечки. Вот. Классненько. Это тоже для свечки. А, и даже есть здесь, посмотри, сам это тоже, ну, как подставка, да. А вот это очень много. Вот эти тарелки. Ты видишь там что-то? Сейчас, подожди. Давай, ты снимай эту, а сними нижнюю, а я поищу пока. На Аман тоже. Очень красивые тарелки. Особенно вот это, нет? Да. С фруктами. Ну-ка, давай посмотрим. Это же надо, какая лавка. Какие сокровища, да, у него в магазине. Не знала, что у него такое есть. Да. Ой, это розенталь. Дин, это розенталь. Давай возьмем. Очень красивая. Даже если она одна. Нет, у нее это, да? Здесь есть что-то, посмотри. Сколото? Да, здесь. Вот так пальцем не чувствуется. Или это рисунок такой? Это краска. Это не сколото, а сошла краска. Сошла краска. Ну, если покажу хотя бы, ну, так по символической цене взять, как ты думаешь, очень красивая. Розенталь. Я хочу снять. Понимаю. А дракончики нужны мне? Не знаю. Так, давай розентали возьмем. Держите. Да, давай еще покопаемся здесь. Здесь покопаемся. Ой, да, чтобы я сюда перенесем. Кто такие? Это фаянсовые. Made in где? Made in плохо видно. Кресос. Здесь темно. Внутри этой лавки темно. Это нама. Непонятно. Ну ладно, не зацикливайся. Нужно, это какая-то сторона, которая уже не существует. Да. Какая-то сторона, которая не существует. Еще. Смотрите, сзади вас что? Сзади меня много интересного. Вот это, например. Сейчас мы это уберем куда-то. Страх здесь что-то перевернуть. Ой, сколько серебра. Это, наверное, что-то
Вот это посмотрите. Смотри. Да. Ой. Для эспрессо, да? Темно здесь, темно. Чего видно? Да, потому что у тебя камера в руках, видно. Вот это соусник, да? А что внутри него? Это убери. Хеннесси. Хеннесси. А это давай, ну-ка посмотри, что здесь. Конец. Конец. Кахла конец. Это ГДР, по-моему, конец. Вот тут еще смотрите. Это его тоже, да? Нет. Давай конец вернем. Это. Это Нааман тоже. Нааман, красивый. Израильская фирма. Да, но это старые вещи. А вот это вы видели? Ой, какая прелесть, какие хорошенькие. Это что? Это для соли, для перца? Да, это что-то вот перечница. А есть к нему еще, да? Да, хорошенькие. И вот это, смотри, какая прелестная. Прелестная просто. Вот это мне что-то напоминает. Вот где-то я вот, значит, какой-то посуде видела этот рисунок. Хорошие вещи. И главное, люди не все знают, что у него внутри есть что-то. Да. Дим, посмотри, что я нашла. Посмотри. Какой чудесный резной, прорезной фарфор. Воздушный. Это или Румыния? Романия. Видишь, даже не смотрела. Порцелейн. Да, возьмем. Очень красивая. Правда, конфетница? Чудо. Uh-huh. А, внутри рисунок. Да. Я возьму его. А как вы думаете? Я права. Мы берем его. Добавим сюда. Только бы не уронить. Только бы не уронить. Здесь так тесно. Здесь. А эти? Эти без опознавательных знаков, но хорошенькие. Правда? Угу. Такие симпатичные. Розеточки. А как еще их назвать? Розетки. Но это прорезное, это чудо. Я потом дома его еще хорошенько вам поснимаю все. Посмотри, какой оригинальный. Они его крышку, поломанная, да, или нет? Или она открывается оттуда, поэтому да, они приклеили. Нет, знали, что это вместе. Да, что-то там есть. Какой-то... C-I-P. Да, по-русски как будто бы. Да, C-I-P. Не знаю. Но будем, даже если мы не будем знать, какой фирмы, есть определение красиво, некрасиво. Посмотри, какая сахарница. Очень симпатичная сахарница. Но, как всегда, она идет без крышки. Да. Хорошая, хорошая. Там какие-то голуби внутри. Вот. Но вот эти статуэтки, не знаю, они чьи. А вот эта штучка, я ее достану. Вот это? Да, я хочу ее достать. Как ее держать? Ой, она... Что-то интересное это. Подожди. Вот так. Ветка со цветком. Вот. И внутри... Ой, трещина. Смотри, какая трещина. Видишь? Нет, подождите, не успевает. Очень быстро двигайте. Да. Угу. Вижу. Да, трещина. Так что мы вернем на место. Вот. А что у нас здесь? Здесь у нас керамика. Да и там туда не пройдешь. Давайте я пройдусь, поснимаю. Осторожно, Диночка. Я худела. Потом выйдем отсюда. Придется платить за разбитые вещи. Мне ничем не разбили. Как можно здесь что-то... Вот... Видимо, им не нужно расширять это помещение. И так покупают. Это соусник. Дин, покажите крышки, смотри, как это, на всем не хватает крышек, здесь целая компания крышек. Пойди найди, да, от чего? Да. Вот наверху чайник красивый, вот на верхней полке вот чайничек, вот-вот-вот, да, вот увидела? Угу. Да, красивый чайник, понравилось. Что там еще интересное, я не вижу.
Так, ты можешь спокойно тоже это объяснять. Угу. Я тебе доверяю. Спасибо. Тут вы уже не пройдете. Я не пройду, да. Да, будьте аккуратны. Нет, ты плохо про меня подумала. Я пройду. Я пройду. А вот нужно ли Вальтер Глаз? Посмотри здесь. Вот это стекло, видишь, со цветным рисунком. Вальтер Глаз. Это, наверное, Китай, а может нет. А может это как раз таки Германия. Смотри, какие подсвечники. Тут есть, кстати, клеймо. Если ты что-то увидишь. Хорошенькие, правда? А вы мне скажите потом, я сама дома тоже сделаю анализ, стоило ли купить? Понравились те? Угу. Я думаю, это немецкие. Давай возьмем, а там на свету, когда выйдем из помещения, я пока одну возьмем, угу. Вот, поспрашиваем. Ой, прямо в лавке. Тут написано. Да. Все вам скажу. Югославия. Даже? Югославия написано, не видно. Наверное. Можешь взять подсвечники эти? Ты как думаешь? Увидели, да? Угу. Не ты. Да, давай достанем. Куда приложить бы эти? Это стеклянная? Не стеклянная, давай достану. Она под... Ну да, вещами. Надо здесь так. Ну да, понятно, с вещами. Не, она с ножкой, и ножка там застряла между посудой. Давай, я помогу. Давайте, поставьте это на пол лучше, чтобы... Ой, чудесное. Напоминает мне, вот у нас были, в моем детстве у мамы были вот такие вазочки на ножке. Смотри, какая работа, да? Угу. Края, посмотри на края. Оборочка, прямо оборочка такая сделана. Да и рисунок такой славный. Видно по нему, что он очень старый, да? Угу. Ты как думаешь, вот мне взгляд... Молодой. Симпатичная. Вот мне понравился вот этот рисунок, который идет вдоль, вот с такими точечками, как будто, да? Угу. Он прямо блестит, видишь? Да. Отсюда тоже, с этой стороны. Угу. Ну, давай посмотрим. А это я вернула эти... Подсвечники? Подсвечники. Пусть пока постоит. Правда, не на его родное место вернула. Но здесь это не принципиально. Так... Мы не утомляем наших зрителей. Сколько там минут? 22. Давай еще вот сюда зайдем. Вот сюда. Посмотрим, что здесь. И наверх подними. Покажи эти люстры. Очень красиво. Я бы здесь, я не знаю, еще бы час походила бы. Вот здесь, посмотри, в этой, вот здесь. Как тебе? Сейчас. Ну, здесь, ты понимаешь, надо каждую вытаскивать, uh-huh, смотреть, uh-huh. А подхода нету к этому, чтобы вы понимали. А эту вазу, вот эту, да, как оригинальную вазу, вот эту цвет, с золотом. Золото. Красивое стекло, да? Uh-huh. Конечно, найти здесь много чего. А можно, вот это я уже думаю. Интересненько. Что это? Скотч-виски. А, скотч-виски, ну как же. Ой, вот тут смотрите. Тут коллекция стаканов еще. Да, это вот эти традиционно марокканские или турецкие. Вот, все возят. Вот хороший, я люблю с рисунком. Вот видишь, белый, не эти. Белый и там ягодный рисунок. Видела? Угу. Мне больше такие нравятся. Вот смотри, какой, посмотри этот фужер. Бокальчик какой симпатичный. С таким матовым стеклом. И на нем рисуночек. И внутри еще золото, и сверху позолото. Хорошенькие очень. А вот эти выше, Дин. Посмотри, вот эти. Ой, чудесные. Даже 6 штук есть. Посмотри. Да, я уже их сняла. Сняла? Угу. Очень красивые. Так, мои дорогие зрители. Мои дорогие подписчики и те, кто случайно зашел на мой канал, я сейчас прощаюсь с вами, но я продолжаю свое путешествие по блошиному рынку. Мы только пришли. Это первая лавка. И пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения.
расскажите другим, если вам понравилось. Так что да, на этом мы прощаемся, но мы ждите новые видео. Да, новые видео мы дальше будем снимать. Покажи это на прощание эту вазочку, вот эту керосинку. Вот, вот смотри, вот, вот она, вот, да. И мы попрощаемся с нашими зрителями. До следующей встречи. Мы идем дальше. Пишите. До свидания, удачи вам.